большой привет, дорогие мои друзья! Я просто обожаю наблюдать за реакцией людей, которым дарят абсолютно бесполезные подарки, а те в свое время делают такой вид, как будто бы это самый лучший подарок в жизни! Слушай, у меня есть для тебя подарочек! Смотри! О, как ты узнала, что мне нужен валик для катуши? Слушай, мы уже 4 года вместе, и я решила сделать тебе подарок. Как классно! Мне как раз не хватало для коллекции одной кружки. В общем, я для тебя приготовила классный подарок! Это же гель для душа! Я всегда о нем мечтал! Спасибо! В общем, я долго думала, что тебе подарить, и решила, что вот это! Офигеть! Теперь моя вторая нога не будет мерзнуть! В общем, это точно тебе нужно, смотри! Как классно! Это даже лучше, чем PlayStation! Все, Никита, это то, о чем ты всегда мечтал? Это что, мусор на ветра? Теперь мне будет куда положить твои подарки! Да? А? Подло с твоей стороны так взять и отписаться от меня, ничего не сказав, втихую. Я думал, мы друзья. Ой, слушай, ну я, видимо, как-то нечаянно задел рукой. Сейчас я обратно пишу. То есть мы не поссорились? Нет, конечно, это же просто Инстаграм. Я просто подумал, там, ну, Инстаграм. Сучка, узнаешь, каково это. Да, алло. Меня бросил парень. Надо срочно пригласить ее к себе. Ты же мой друг, помоги мне. Повиси на линии, пожалуйста. Итак, для начала ты звонишь в агентство Экскортинс, узнаешь, кто недавно выпустился, находишь ее и трясешь за волосы. Стой. И пришло время показать все его минусы. Смотри, это молекула, ага. А это его член. Этого мало. Нужно еще. И еще. Дорогие подарки, это не про него. А как же моя сумка Michael Kors? Это Michael Kors. Пикап-тренер Родион Наебалов. Назад в будущее. У вас аренда заканчивается. Вы скоро? Простите, да, все, я уже заканчиваю. Все, я ухожу. Привет, детка. Приветики. Слушай, а почему ты в куртке? Мне прохладно. Господи, ну угораздило же меня вспотеть, пока я поднималась по лестнице. А чего шапку не снимаешь? Ты знаешь, как говорится... Голову держит в тепле. Ну почему ты позвал меня именно тогда, когда я уже смирилась, что в этом году у меня не будет секса? Там вообще-то говорится в холоде. Слушай, может быть, ты перчатки снимешь? Не очень нежная кожа, я боюсь пораниться. Если он увидит мои ногти, он точно мне больше не перезвонит. Ну ладно. Нет. А почему? У меня эти дни. Так зачем ты пришла? На два типа. Я поднимал тебя и говорил твоей матери, наш малыш лучше всех. Я буду заезжать время от времени, проверять, как вы тут с людьми обращаетесь. У вас неверное впечатление. Не говори, как все, ты не такой. Хотя и хочешь им быть. Для них ты просто... Я посетитель. А этот шопе просто разбирает меня. Все хуже и хуже делается. Это вы мне устроили, да? Успокойся. Алло?
Какой алло? Сиськи где твои? Где твои сиськи? Да пошел ты! Доктор, у меня проблема. Мой муж говорит, что в наш мозг. Ты можешь хотя бы на работе мне мозг не выносить, блядь? Так, все, стоп, с меня хватит. Пускай теща приезжает, но на пару дней. Спасибо. Так что еще? Ой, да ладно тебе, ты ненадолго опоздал. Слушай, сюда, придурок, я такой терпитель намерен, я полчаса на морозе из-за тебя. Жопа отмолочила, ты вообще знаешь, что такое? Ты хочешь мне сказать, чтобы я не говорил? Что хочет сказать девушка на самом деле? Что-то так сладкого захотелось. Что ты принес? Ты что, хочешь мне потолстело? И чтобы ты потом меня бросил? Ага, сейчас. Скажи, а мне это платье идет? Если ты сейчас не скажешь, что оно мне подошло, если... Я тебя просто убью. Конечно, переключай, я уже досмотрела. Если ты сейчас переключишь канал, я запихну тебе этот пульт в задницу. Ты можешь не спрашивать у меня разрешения, когда идешь в бар. Если ты сейчас уйдешь, домой можешь не возвращаться. Да ладно тебе, ты же всего лишь чавкаешь. Хватит чавкать, ты меня бесишь уже. Нет, ну ты же знаешь, самое главное для меня это любовь. Почему у Светки новая шуба? Скажи мне, а у меня нет, у меня машина. Муж ей купил, да? А путевку он нет. Да ладно тебе, с кем не бывает. Нет, ты тупой, скажи мне или нет. Я тебя за картошкой послал. Че ты меня тут привез, да? Че ты меня тут привез? Я сюда, блядь. Закрой свой рот! Я сама все сделаю. Ну вот, готово. Мне правда так идет? Конечно. Целься? Конечно, давай. Что, если парни вели себя как девушки? Дорогая, привет. Это мой друг Егор, и он расстался с девушкой. И сегодня он будет спать с нами. Опять на тебе куча косметики. Да блин, я всего лишь пару тонов нанес, блин, ну. Слушай, дорогая, я хочу себе икры ботоксом накачать. Ну зачем, у тебя же классные икры. Слушай, ну мои друзья все уже накачали. Ну, хорошо. Тогда можно я еще себе волосы на груди наращу, а то у меня не растут. Смотри, у него такой же пуловер, как и у тебя. Вот козлина, а? Не мог в другой день одеть такое? Ну и вали! Слышите, валю! Кому ты вообще нужна? Кому нужна, кому нужна? Ну и вали! Валю! Вот и вали! Вали отсюда! Вот и валю! Вот и валю! Алло, диспетчер! Чё ты приперлась? Чё приперлась, то я приперлась, это если что моя квартира. И чё, где ты была? Гуляла с друзьями.